Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня мы предлагаем вниманию обзор масла жожоба 50 мл. Масло жожоба – это еще одно ценное и уникальное масло, которое мы представляем в нашем магазине. Масло жожоба не имеет равных по своему богатому химическому составу среди других натуральных масел. Имея густую консистенцию, характеризуется высокой впитывающей и проникающей способностью и подходит даже для жирной кожи. Это растительное масло, наверное, один из самых популярных компонентов, встречающихся в косметике как лица, так и для тела. Рецепты натуральной косметики на основе масла жожоба очень простые и понятны, а главное – эффективны. Жожоба, несущее масло и усиленные эфирными маслами не уступит по характеристикам самым дорогим кремам. Так как само масло запаха не имеет, то его можно сочетать с любым маслом без ущерба для аромата. Масло жожоба, которое предоставлено на нашем сайте, это 100% натуральный продукт надлежащего немецкого качества. Органический натуральный продукт быстро впитывается и не закупоривает кожные поры, питает липидами волосяные фолликулы, отлично защищает и питает кожу. Это масло часто используется в детских косметических гигиенических средствах, благодаря своему нежному воздействию и гипоаллергенности. Масло жожоба обладает мощным регенерирующим, противовоспалительным и антиоксидантным свойством. Хорошо проникает как в кожу, так и в волосы, питает и увлажняет их. Оно содержит ценные аминокислоты по составу, напоминающие коллаген, которые отлично усваиваются клетками эпидермиса. Масло гипоаллергенно, поэтому может использоваться как средство для снятия макияжа, чтобы при удалении остатков косметики питало и увлажняло кожу. Масло часто применяется в создании натурального мыла в сочетании с другими органическими маслами, добавляется в крема, тоники, сыворотки и маски для лица. В интернет-магазине мыловарения масло жожоба можно заказать от 50 мл оптом от 1 литра. Вот в таких бутылочках мы отправляем наше масло. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться и ставить лайки.